Всем доброе утро. Мы с подружкой собрались в магазин. У нас на улице дождик. Приехали в магазин. Называется Бинтик. В общем, тут столько людей. Дождик идет. Сейчас вам покажу этот магазин. Ну, в общем, сходим, погуляем чуть-чуть. Я уже показала. Рекламу сделала. Тачка тут же деньги. Берем тачку. Подожди, я сейчас посмотрю. Моя подружка не хочет, чтобы я ее снимала. Но я так буду немножко ее показывать. Я раньше не думала, что лаванда многолетняя. Мы сейчас немножко посмотрим, сколько стоит 9 евро. Большие горшочки. Мне очень нравится этот магазин. Я смотрю, те, которые меня смотрят уже давно, они тоже любят, когда я хожу в этот магазин. Смотрите, как оригинально. Конечно, здесь снимать нельзя, но я так буду иногда. Подружка моя побежала. Это такие солнечные лампы. Ой, как красиво. Спасибо новеньким, что подписываетесь. Мне очень приятно. Кстати, хочу сказать, моя сестра прислала мне вчера фотографию. В общем, наш мастер, который делал памятник для родителей, да, уже сделал памятник. Это в мае он начал. Ну, где-то 2 месяца он делал. Очень красиво получилось. Необычный он получился. С книжкой. Кстати, моя двоюродная сестра посмотрела с Украины. И поначалу, говорит, я не могла понять, что это за книжка и как это вообще. Ну, просто ей показывала, да, по отдельности. Когда заказывали памятник, саму эту стелу, или как она называется, не знаю. И показывала книжку. А когда ее уже собрали, вот она вчера посмотрела. И говорит, я тоже хочу маме заказать такой памятник. Тоже такую книжку, говорит, хочу. В общем, очень красиво получилось. Конечно, 200 тысяч. Ну, это работа, опять же, материал. Ну, сейчас мы живем в такое время, что очень все дорого. Ну, это родители. Хочется, чтобы было красиво. Тем более, я долго не приезжала. Папа умер. Как раз началась война. Ну, я не ездила это время. Мама, конечно, умерла раньше. Ну, хотели просто, чтобы все вместе было. Похоронили их вместе. Тяжело вспоминать. А я думаю, где моя подружка? Она рванула. Не, к сожалению, семена я не буду больше покупать. Немецкие. Не знаю, может быть, у кого-то получается. У меня не получается. Лучок. Вот такое вот я покупала. Типа, ничего вообще не было. И дешевый покупала, и дорогой покупала. Кстати, я вчера укропчик посадила.
который с России привезла. Ну, я думаю, что он будет, раз щавель вышел, и укроп будет. Хотя в Германии укроп не растет. Моя тоже подружка любит цветочки, в общем, любит все выращивать. Кстати, сейчас, если не забуду, покажу своей сестре цветочки, которые надо посадить на кладбище, ну хотя бы приблизительно. О, кстати, вот такую клубничку я покупала. Платила за нее где-то 7 евро, но она сейчас 8. В общем, пока она в магазине, она с ягодками. Когда я ее принесла, и уже на следующий год я попыталась снова, ну, думаю, будут ягодки. А не было ягодок, целый год прошел. В общем, даже не пытайтесь покупать, это только трата денег. Один раз можно порадоваться, и все. И можно потом выбросить. Это специально выращенная клубника для одного раза. Не то, что там размножить ее. И размножить ее не получится. Ой, так красиво. Здесь такие растения для кухни. Всякие разные. У меня на балконе есть тимьян. И базилик, по-моему. Мяту не хочу. Сейчас тоже что-нибудь посмотрю. Маловато у меня, маловато. А, я же посадила щавель, да. Щавель у меня вышел. Ой, это, по-моему, лимон, да? Как прям лимоном пахнет. Как он называется? Да. Это для чего? Для чая? Или просто к мясу добавлять? Слушай, хорошо пахнет. Мелисса, ага. Био. Сколько это био стоит? 20 рублей, по-моему, все. Тимьян, наверное, у меня уже в этом году, наверное, надо его будет, ну, выбрасывать. Он уже у меня. Я видела вчера на видео. У меня уже с семечками тимьян. Наверное, я майоран возьму за компанию. Я там посадила огурчик в горшочке с тимьяном. Ну, в общем, я, наверное, тоже возьму. Возьму я такой майоранчик. Тимьян у меня дома есть. Но он у меня уже такой старый. Уже семечки там есть. Все что угодно сейчас можно в магазине взять. Лучше бы деньги были. Ну, как-то они не печатаются, эти деньги. Можно было бы включить станок. Да, тетя Лена? Включить станок, напечатать и на работу не ходить. У тебя вот такие вот горшочки были. Ты в них посадила? Которые ты нашла на улице. Вот эти вот, вот, нет, я показываю. Нет, я их Марине отдала. Она тогда в пределе все освобождала. Ставить тебе, куда надо было. Я в такие взяла, у меня, знаешь, 6 штук вот так вместе. Посадила. Я поняла. Хорошие вот там вот на полочках, классные. Прям вообще они такие квадратные. Ну, стоит один горшочек 17 евро. Слушай, не найду больше кориандр. Вот стоит, но он уже весь такой старый. Не, это майоран. Нет, вот. Хотела посадить. Ну, значит, он последний. А вот это, а вот это вот. Вот это что же? Да, видишь, они все желтые. Ну и что? Слушай, такой вкус интересный. А куда это, к мясу добавлять кориандр? Нет. Или в салат? В салат, салат скорее салат всего, салат, да. Мы я первый раз такое тоже, ну, вижу. Это в остатке. Да, вот к салату вообще обалденно.
Мы делали огурцы, помидоры, кориандр. Свежие. Свежие. Это тоже нащипалось, напробовалось. Не, петрушку я не хочу. Да, скорее всего, что вот это вот остатки. Уже начался сезон. Обычно немцы любят такое покупать. Красивые такие ведерочки. Но они маленькие, небольшие. Я вчера купила салат, заходила в Нетто, купила, ну, салат купила, да, там нет корешков, но планирую срезать весь салат, и пенечек хочу отправить в воду. Хочу посмотреть, что получится. Тоже сегодня вынесла на балкон базилик. Ну, может, не пропадет. Вчера моя подружка сняла видео своего балкона, кинула мне. Я поставила в шортс. Очень красивые цветы. По-моему, это... Не, не пионы. Георгины, наверное. Ой, я такой цветовод. В общем, буду благодарна вам, если вы поделитесь этим видео. Хочется, чтобы побольше посмотрели, потому что на одном канале я уже сделала подписчиков. Ну, теперь нужны мне часы. Это вот клубничка. Я, конечно, сомневаюсь, что она вообще будет. Ну, продают. Лучше, конечно, выписывать. Но это одноразовые, да. Почему одноразовые? Это же это... На следующий год они тоже будут? Ну, я с тобой тогда согласна, да, может быть. Это, мне кажется, тоже на кладбище можно посадить. Они многолетние, да, вот эти? Мне кажется, они многолетние. Многолетние, да? Угу. Ну вот тут для кладбища вот такие вот. Я просто своей сестре хочу показать, что вот такие вот нужно садить, раз уже памятник готов, чтобы цветочки были такие низенькие, как раз вот обсадить внизу. Я тоже ей вчера кинула видео. Мы ездили в одну деревню, она под открытым небом, да, это как музей, когда я была в России. И я вот там ей показала шортс, когда снимала. Там беленькие такие цветочки. Вот точно такие вот, только белые. Ну и видно тоже, они там ухаживают же за этой деревней, потому что вход надо оплачивать его. И эти цветочки, они там разрослись. €2 стоит. Взяла я пару цветочков таких. Смотрите, еще какие есть. Пускай у меня пока на балконе стоят. Если на следующий год я в Россию полечу, конечно, они уже такими не будут. Они будут позже, если они, конечно, выживут. В общем, я сейчас спросила, они многолетние. Вот, просто привезу корешки. Попробуем там посадить. Если вот так зарастет все, будет хорошо. Ну вот, типа, тоже вот эти ты вот. Сюда поставила горшок. Поставь сюда.
Я уже столько набрала, что я уже не знаю, в тачке у меня и в корзинке у меня. Конечно, в России тоже есть. Ну, выживут, выживут, привезу. Не выживут, значит, не выживут. Хотя тут такая зима слабенькая, не такая, как в России. Уже не по 2 евро. Что такой красивый. Был бы у меня дом, я бы нашла бы, чем засадить свой палисадник. Здесь получается другие цветочки. Но здесь побольше горшочки. Получается, они 4 евро стоят один горшочек. Ну, я взяла маленькие. Куда-то моя подружка убежала. Не видно ее. Посмотрите, как красиво. Ну, за эти, конечно, можно отдать 4 евро. Ой, таким мелким шрифтом написано. Обалденные. Просто обалденные. Очень тяжелый горшочек. Смотрите вот сдалека. Ой, как красиво. Вот так вот на кладбище посадить или просто даже у себя дома. Ой, прям шикарный. Я сейчас похожу, может быть, даже возьму. Значит, вот такие вот красненькие, розовые, да? Есть вот такие беленькие. А есть вот такие вот перемешку. Смотрите, как красиво. И их не сильно много. Но, видно, берут перемешку. Сейчас моя подружка придет, она очки одела. Почитает, что здесь написано. Мелкий шрифт. Как будто они искусственные. Сейчас я вам покажу. Я взяла вот эти голубенькие. Ну, голубые и сиреневые я взяла. Не вижу свою подружку. Может быть, я еще что-то сейчас буду менять. Еще вот с этой стороны покажу.